В Омске проходит всероссийская акция протеста. От Владивостока до Калининграда россияне вышли на улицы, чтобы заявить свое несогласие с политикой планомерного уничтожения народа, проводимой властью. Лозунги как экономические, так и политические. В рамках акции Омское отделение КПРФ провело серию пикетов. Подробности в нашем сюжете. Пикеты прошли в Омске во всех административных округах. У них были и общенациональные лозунги, и местные. Сегодняшние лозунги, я считаю, очень актуальны, так как происходит значительный рост цен на продукты питания, на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому я считаю, что данная наша акция сегодня, то есть, крайне актуальна. Необходимо, то есть, довести до людей позицию нашей партии. Среди общероссийских требований изменить внутреннюю экономическую политику, отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева, протест против роста цен и тарифов, увеличение налога на добычу полезных ископаемых, снижение экспортных пошлин. Например, если не увеличивать названный налог, то это будет стимулировать нефтяников продавать нефтепродукты внутри страны по более низким ценам. Они сами будут заинтересованы в развитии промышленности. Ну а местные требования акции были уже с уклоном в региональную экономику. В городе Омске проблема нищенского бюджета, его наполняемости, и газели не платят в бюджет города Омска. Мы рассказываем об этом на своей акции протеста. Нефтезавод в Омске оставляет дым и копоть, а налоги отправляет в Ленинград. Хотя нефть подешевела, нефтезавод должен вроде бы продукты переработки дешевле на рынке свои выставлять. На бензоколонках должны быть дешевле бензин, дистопливо. Нет, мы этого не видим. Депутат прибавил к этому и требование вернуть сквозное судоходство на Иртыше, упомянул о проблемах промышленности в Кировском округе. У нас в Кировске Омскавия было предприятие, тоже перестало существовать. У нас гидропривод банкротят. Завод гражданской авиации больше 20 вертолетов в месяц ремонтировал. Сейчас один вертолет в месяц. Подобный пикет каждый раз — это попытка вести диалог партии с простыми людьми, напомнить, что именно КПРФ защищает их интересы. Попытка была успешной и теперь. Только в Старом Кировске активисты раздали за время работы пикета 1000 листовок о том, почему КПРФ за отставку правительства Медведева. Реагируют довольно-таки положительно, почему бы и нет. То есть люди понимают уже все, то есть, ну, они понимают, что все довольно-таки осмысленно. То есть так, потому что так жить нельзя. То есть и Путин, и правительство Медведева нас загнало в тупик. То есть и люди осмысленно понимают, то, что нас поддерживают, да, это хорошо. Ко всему прочему, в пикете принимались пожертвования в помощь восставшему Донбассу. Акция проходит в большинстве крупных городов страны. В Москве, Новосибирске, Петербурге, Самаре, Казани и других. Протестующие в очередной раз дают понять, не кадр надо менять, а курс развития государства. Кирилл Яничицкий, Максим Ложкин, Обком ТВ.